Что вы знаете о празднике Дня России и как вы его отмечаете? Россия – это наша страна, что она объединяет всех. Россия – это многонациональная страна. А какие вы еще знаете праздники, которые совпали на 12 июня? Нет, что-то не помню. День воздушных шариков. А, да? Да. День, Международный день противогаза. Не знали об этом? Нет. И День Святой Троицы. День Святой Троицы, да, вспомнила. Добрый день. Покажите, пожалуйста, какой сегодня праздник, если вы знаете, да, и как вы к нему относитесь, как вы его отмечаете? Сегодня День России. Что для вас этот праздник значит? Что значит? Что значит? То, что... Мы россияне. Мы россияне. Мы одна страна, мы едины, мы целы. Мы гордимся, да, что в этой стране живем. А вы знаете, какие еще сегодня праздники вот совпали на 12 июня? Нет. День Святой Троицы, допустим. День воздушного шарика. День создания противогаза. Так что сегодня не только День России. Сегодня День России. Да, это великий праздник. Великая Россия, скажем так, мы очень хорошо относимся, мы празднуем каждый год. Вы были введены санкции против России. Вот эти санкции как-то ударили вот по вашей семье? Нет. По жизни? Нет, не ударили. Пока все нормально. Спасибо. Да. Вы знаете, какие сегодня еще праздники, которые совпали на 12 июня? Троица. Да. А еще? Троица и что еще? День воздушных шариков. А, день создания противогаза. О, да, будем знать. Говори, чего молчишь? Конечно, знаем, какой праздник. День России. Любим Россию. Нормально, хорошо относимся к России. Это именно наш российский праздник. Мы гордимся этим, что мы живем в России. Были введены там много санкций против России. Данные санкции как-то коснулись вот именно вас, вашей семьи? Ну, коснулись только финансово по поднятию цен, больше никак. Вы знаете, какие сегодня еще праздники, вот, которые были совпали с Днем России? Да, христианский праздник Троицы сегодня. Это великий праздник, великий церковный. Праздник, да. Церковный праздник, да. Мы отмечаем с детства этот праздник, с нашими отцами, с матерями постоянно ходили на кладбище, вспоминать своих, ну, близких, как сказать, усопших, правильно, да? Вот так. Это очень великий праздник для нас, именно для христиан. Какой сегодня праздник, как вы к нему относитесь, как вы его отмечаете? Что для вас значит праздник 12 июня? День России сегодня у нас. Как отношусь? Нормально. Настроение праздничное. Что еще сказать? Какие сегодня еще праздники совпали вот с 12 Троица июня? Сегодня. Святая Троица. Святая Троица. Церковный великий праздник. Да, всех и много праздников. Кто помнит, все родные поздравляют. Как? Соблюдайся или как? Почитает, помнит праздники наши. Против России были введены, ну, большое количество санкций. Данные ограничения как-то повлияли на вашу семью, вот финансовое положение, или, может быть, в целом как-то на вас повлияли? Ну, повлияли, да, цены же поднялись очень. Ну, вы ощущаете только в ценах? Да, в основном только в ценах. День России. Хороший праздник. Отмечаем прогулками с детьми. День России! Какой еще вот сегодня праздник совпал с Днем России? Знаете? Какой? Не только День России отмечается. День Святой Троицы. Великий церковный праздник. А также День воздушных шариков и День противогазов. С Днем России! Уля! 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 Скажите, пожалуйста, что для вас значит праздник 12 июня? Вот как для вас, как для жителей России? Айхава, Минского района и Якутии. Что сказать? Все хорошо. Ну, вы же патриот России. Патриот. Вы были на концерте? Да. Вам все понравилось? Очень. Все понравилось. Какой великий церковный праздник совпал?
Троицы. Правильно, День Святой Троицы. Угу. Тоже хотели бы поздравить всех православных с таким великим церковным праздником. Угу. Вам спасибо. Счастья, здоровья, любви, всего самого хорошего. Вам тоже всего, спасибо. Всего, всему миру, все хорошо, чтобы было. Спасибо мир большое. На земле. Хороший праздник. Праздник, в котором нам надо гордиться нашей великой страной. Патриотичный праздник. Какой еще праздник совпал великий церковный с Днем России? Ну, насколько я знаю, Троица совпала. Хотели бы поздравить всех вот с великим праздником Днем России и всех православных поздравить с таким великим церковным праздником. Да, поздравляю. Большое вам спасибо. Я считаю, что 12 июня, День России, это один из основных праздников нашего государства. И это слава нашей мощи российской, мощи как простора, так и духовности, и мощи духовности, мощи нации, всех наций, которые проживают на территории Республики на территории Российской Федерации. Да, сегодня как бы мы празднуем, все православные празднуют великий праздник Троицы. Это второй праздник большой после Пасхи. Я хочу всех поздравить, жителей поселка, с этим православным праздником. Пожелать всем мира, добра и благополучия.